Сегодня никого не удивишь несколькими автомобилями в одной семье. Мамы на авто развозят детей в школу, отцы семейства спешат за рулем на работу. Владеют автомобилями также дедушки и бабушки. Каждая машина, новая или с пробегом, требует обслуживания специалистов по авторемонту. Ольга Куприянова за рулем уже 5 лет. Свой автомобиль она с мужем не делит. У мужа свой собственный. Пока на авто была гарантия, Ольга проходила ТО и ремонтные работы в сервисном центре. На днях гарантия закончилась. После того, как у меня закончилась гарантия на автомобиль, я решила, что в сервисном центре я обслуживаться не буду, потому что это дорого, а делают не всегда хорошо. Мне на самом деле хотелось бы найти качественную автомастерскую, в которой делали бы и диагностику, и ремонт за приемлемые деньги. Можно искать приличный сервис методом проб и ошибок, но это затратно и неэффективно. Самый лучший и проверенный способ – совет бывалых. Мы опросили десятки автовладельцев на предмет автосалона, которому они доверяют. Большинство из них указало на салон, в который мы немедленно отправились. Ради эксперимента Ольга и Роман готовы отдать на ремонт свои автомобили и оценить этот сервис и его мастеров. Большинство опрошенных автолюбителей ремонтируют и обслуживают свое авто именно в этой автомастерской. Ради эксперимента Ольга и Роман готовы отдать на ТО свои автомобили и оценить этот сервис. После диагностики выявились некоторые неполадки в автомобиле Ольги. Пришлось заказать запчасти в магазине с этим же брендом, что и мастерская. Очень удобно. Мне нужны запчасти. Мастер звонит в магазин запчастей этой же компании. А поскольку я здесь ремонтируюсь, то мне сделали замечательную скидку. Многие автоработы, такие как диагностика или замена свечей, требуют немного времени, от 30 минут до часа. Несмотря на это, как-то не хочется бродить по улице. В уютной обстановке комнаты отдыха время пролетает незаметно. В конце концов, выходит, что человек получает незапланированный отдых за чашечкой кофе и любимым фильмом, после которого снова за руль и с хорошим настроением на работу. К радости Ольги и Романа, все ТО с устранением неполадок заняло всего полдня. Автомобили семьи Куприяновых к летнему сезону готовы, с чем мы их и поздравляем. Желаем всем автолюбителям поменьше неисправностей в автомобилях. Ну а хорошее место, где их можно устранить, вы уже знаете. Вообще, открыл я этот сервис совершенно случайно. Мне друзья мои посоветовали, сказали, заедь, тебе понравится. Я заехал и вообще не разочаровался, нисколечко. Чек маленький. Мастера идеальные, просто рассказали все, что нужно поменять вовремя, а что еще подождет. То есть приехал и никаких проблем. После того, как отремонтировали, мне все сделали, цена показалась мне адекватной и разумной. В следующий раз приеду точно сюда. Магазин автозапчастей для иномарок «Автобан». Проспект Ленина, 73, на кольце ДК Ленина. Запчасти в срок и по отличным ценам. Телефон 55 10 33. Сервис «Автобан» на Карла Маркса, рядом с торговым домом «Эконом». Таким уровнем обслуживания вы, безусловно, останетесь довольны. Все виды авторемонтных работ по приемлемым ценам. Наш сервис для тех, кто дорожит состоянием своего автомобиля. Телефон 6 3 5 33.